Капитальный ремонт самого здания железнодорожного вокзала сопровождается и благоустройством прилегающей к нему территории. В настоящее время на вокзале Ульяново-Центральный производятся работы по ремонту цокольного этажа. Дальше производятся работы по вентилируемому фасаду, что мы сейчас в настоящее время видим. Заменены будут витражи, дверные блоки, сделано расположение для пребывания маломобильных групп населения. Также будет переделана касса дальнего следования, пригородного сообщения. Вокзал будет весь предрасположен для посещения маломобильных групп населения. Ну и, в принципе, частично изменится сам облик вокзального комплекса. Реконструкцией вокзала занимается компания РЖД. На ремонт выделено более 300 миллионов рублей. Привокзальную площадь благоустраивает администрация города Ульяновска. Во-первых, меняется схема движения. У нас появляется правая полоса отсюда. Работает на въезд. Эта полоса, две полосы работают на выезд. Там устанавливаются дополнительные светофоры, поэтому движение будет не как сейчас, несколько хаотическое, а будет организовано нормальное движение. Делается реконструкция центральной аллеи. Она будет... Так, у нас есть входные, наверное, уже ворота в город, где будет сделана мощение плиткой, и мы полностью меняем систему освещения, чтобы было и светло, и красиво. На центральной пешеходной аллее установят памятник. Какой именно он будет, пока неизвестно, но на сегодняшний день приоритетной является скульптурная композиция в виде герба города Ульяновска. Мы хотим установить красивые парковые торшерные светильники. Если вот сейчас Алексей Владимирович говорил о том, что в ходе рабочего совещания мы обсуждали проблемы света городского освещения магистралей, все-таки вот эту пешеходную зону мы хотим превратить именно, ну, придать ей какую-то эстетику. Все-таки город это двери нашего города, это то, чем город производит впечатление в первую очередь на гостей. Хотим, да, немножко дороже, но красиво сделать. Кстати, плитка, которая будет использоваться от ульяновских производителей. Лабораторные исследования выявили высокие показатели материала по морозостойкости. Такая плитка может вынести до 200 циклов замораживания и размораживания. Кроме того, она безфасочная, а это значит, поверхность дороги не будет затруднять движение маломобильным гражданам и пассажирам с чемоданами. Эльвира Зямалова, Руслан Батталов, новости Ульяновской правды.